Так, я проанализировал немножечко свои ошибки. Так. Ну тут уже делать нечего. Да, командир! Да, командир! Прикройте! Слушай, командир! Давай сейчас попробуем завалить этот танк. О, точное попадание! Стреляем на счет 3-4. У нас получилось! Быстрее. Стреляем на счет 3-4. А, еще и промазал. Вот тварь. Ладно, все. Заново. Значит, после того, как я получил вот эту тарантайку, надо было занимать полностью низ и снизу вот так вот, высунув башенку, просто всех уничтожать. Приветствую вас на передовой, майор! Наши войска наступают вдоль всей береговой линии Днепра. Наша цель – пересечь реку и продвигаться к Смоленску. Ведите нас, командир. Так. Да, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Немцы закрепились на другом берегу и не дают нам продвигаться вперед. Мы должны сокрушить их позиции между мостами, что позволит ввести в бой бронетехнику. Да, командир. Прибыло подкрепление. Прибыло подкрепление. Слушаю, командир. Так, значит, перво-наперво. Так. Слушаю, командир. Все, да, есть. Так. Да, командир. Да, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Так. Будет исполнено. Да, командир. Слушаю, командир. Выполняю. Кстати, нормально. Опс. Слушаю, командир. Да, командир. Да, командир. Да, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Да, командир.
Впереди противник! Цель в зоне поражения! Поддержим огнем! Мы сделали это! Слушаю, командир! Лос! Да, командир! Да, командир! Впереди противник! Слушаю, впереди командир! Противник! За Родину! Лёс! Да, командир! Впереди противник! Вперёд! Огонь! Стреляем на счёт 3-4! Так. Слушаю, командир. Я его сделал! Слушаю, командир. Мочи. Почему прикрытия нет? Слушаю, яблочко! Командир. Ребята, готовьтесь к наградам! Да, командир! Так. Слушаю, командир! Мы имеем эскашов! Да как? Ну, да за шо? Вот просто два каких-то ноунейма. А давай ты убьешь его. Нет? В смысле? Это что за толпа? Приготовиться к бою. Fire shots! Jetzt! Огонь! Es gibt Orden, Leute! Да что за толпа? За мной! Сделаем, товарищ командир! Ой! Срочно вот этого надо мочить. Вот как? Откуда? Что? Откуда вы взялись? Целая толпа такая. Фольтрефа! Теперь уже и прикрывать некому. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Еще один. Ой. Выдвигаемся! Все, бегом. Бегом, мескешавчес! А их тут вообще до хрена. Всех попереубивали. Ну и все.
Не умею я атаковать. Да, командир. Das gibt Orden, Leute. Вот так. Просто целая толпа сюда прибежала, задефалась. Все. В атаку! Сейчас сюда уже танк приедет. Прибыло подкрепление. Все это неожиданно. Ух. Так. Слушаю, командир. Что? А ты откуда здесь? Огонь! Огонь прикрытия! Сейчас! Да, командир. Надо устроить ему прикрытие. Слушаю, командир. Приготовиться к стрельбе. Ребята, у вас что-то вообще так много. Я даже не смог захватить эту точку. Их что-то столько понабежало. Как их так много понабежало? Я вообще что-то без понятия. Да, командир. Ложись. А, что? Давай, подъедь ближе. Слушаю, командир. Не, ну это все. Огонь прикрыт! Костя навязал здесь бой. Они сюда все пробежали. И все. Не успел я ничего сделать. Приготовиться к стрельбе! Цель! Ура! За мной! Ой! Да, командир. Короче, понятно. Выполняю! Просто попади по нему. Сосредоточить огонь на пехоте. Огонь! Впереди противник! На, просто на. Отличная работа. Ну и вот, вон какой танчище приехал. Чё вот ты ему сделаешь? Ничего. Как это вообще побеждать? Пипец. Да, командир!
Держим огнем! Впереди противник! Приготовиться к стрельбе! Готовьтесь к наградам! Поддержим огнем! Да ну! И ты не пришел остановиться? О, все равно убил. Я ему корпус сломал. Молодцом. Ну хотя бы один танчик подбил. Следующий. Обалдеть. Что там есть? Поражение. Лос! Заряжай! Опа! Куда ты там его кинул? На! Ну и ладно. Ладно, это я уже играюсь. Короче, блин, как бы остановить тут игру всю? Короче, нужно навязать бой здесь, наверное, чтоб они все сюда поприбежали. В то же время резко здесь все захватить. Короче, захватывать надо все очень быстро. Время играет против меня. Стреляем на счет 3-4. Да, тут стратегия, наверное, будет такая, что захватить вот эту точку, взять танк, вот это все зачистить нахуй вот тут. Быстро что-то вот тут придумать с помощью танка тоже. Сюда челов поставить. Начать двигаться сюда. Но вот эту точку захватить сложно, потому что здесь пушки. Вот тут пушка, по-моему, стоит, да? Если так вот догадываться. Но вот здесь, скорее всего, пушка стоит. И она будет все простреливать. То есть вот эту точку ее захватить сложно. Это надо вот тут все зачищать. Тут столько пространства открытого. Это жесть. Стреляем на счет 3-4. Можно, конечно, достать снайпера. Но снайпер, он же ведь... не такой быстрый, правильно? Снайпер здесь не догма, не решение. Надо просто научиться проводить быстрые атаки. Какие-то фишки научиться делать. И... как бы нужно все очень быстро делать, вот в чем вопрос. Нужно не просто бездумно бежать, а нужно оценивать, где находится враг, что нужно делать. Это все не так просто. Первые мои попытки играть это показали. Здесь нужно приложить голову. Слушаю, командир. Да ладно. Фига. У них там снайпер какой-то сидит.
Обалдеть. Да, командир. Или починить их танк, да? А, кстати, такое вообще возможно? Да, командир. Пойдем посмотрим. Ура! Атаку! Прикрытие сейчас! Вот. Огонь! Он не дойдет до сюда. Слушаю, командир. Так. Будет исполнено. Сделаем, товарищ командир. За мной! Выполняю. Я ранен. Огонь прямой наводкой. Давай, иди сюда. Иди сюда, мой дорогой. Слушаю, командир. Слушаю, командир. У нас получилось. Да, командир. Сосредоточить огонь на пехоте. Сосредоточить огонь на пехоте. Какого хрена вы встали? Что, могу я починить? Слушаю, командир. Слушаю, командир. Приготовиться к стрельбе. Да, командир. Так, ну, погоди, у тебя вот есть ремкомплект? Да, командир. А, вот у тебя ремкомплект, да? При этом, а, вот. При этом нет никакого вот этого значка, да? То есть это не починить. Слушаю, командир! Лови! Впереди противник! Да, командир! Огонь! Слушаю, командир. Следующий. Слушаю, командир. Отличный выстрел. Да, командир. Да, командир. Вперед! Слушаю, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Sie kommen! Товарищ командир! Заряжай! Да, командир! Огонь прямой наводкой! А, у тебя нет патрон? В смысле? Реал? Все отстрелял, что ли? Да, командир! А, вас тут как муравьёк, да? Поддержим огнём! Оу. Оу.
готовиться к стрельбе! Точное попадание! Цель в зоне поражения! Хрен ты встаешь, господи. Стреляем на счет 3-4! Кик на директор! Да, командир! Огонь с прямой наводкой! Какого? Им сюда фоя! В атаку! Bleibt in Bewegung! Ну все. Проиграно. Точное попадание. Жесть. Отойди. Все. Флаг спускается. Игра заканчивается. Короче говоря, игра сложная. На героике-то.